Всем привет, и добро пожаловать на Bravo Talk, и это не маленькое обновление, а большое. Одеть ли мне очки? Да я их одену, ведь цыпленок должен быть крутым. Добро пожаловать в Bravo Miami, самый интересный Bravo Pass, потому что в нем будет 80 уровней, а также новые награды, это аватарки для своих аккаунтов и рубины. Также вас будут ждать подарки, это пины и два мегаящика. Ну что ж, давайте я поговорю про нового хроматического бравлера в этом сезоне. Это Даки, это босс отеля в Bravo Miami, он большой коллекционер очков, но носит только свои розовые окуляры. Его атака – это бросок токсичным энергетиком, который при попадании разливается, и вы получаете двойной или даже тройной урон. Его супер – он бросается шести большими энергетиками. И он новый хроматический бравлер. Еще как может быть крутой бравлер без крутого скина, рокер Даки, и за первый уровень бравл пасса, байкер 100. Если мы начали со скинов, давайте и продолжим с них. Агент Кольт, Майами Сэнди, модник Басс и скины не по теме обновления, Бургер Сквик, Ельхаус Примо, игровой Ворон, игровой Байрон, и колдун Эш, который будет бесплатным за испытание в июле. Ну что, встречаем нового второго бравлера. Генри, он лучший пекарь в сладкой мире, и он решил всех кормить только на арене Бравл Старса. Его атака это бросок петарды, который замаскирован под вишню. Этой атакой он может отбрасывать бравлера назад. Его ульта он вызывает на помощь роботов-помощников, синий робот. Он будет вас защищать, прикрывая вас. Фиолетовый робот дает вам скорость перезарядки патронов, и это новый мифический бравлер. Скорее всего, он вам понравился. Теперь я расскажу про новые способности бравлеров. Это совмещенные пассивки. Вы сможете совместить пассивки, и они будут работать одновременно. Вы сможете их купить за 13 тысяч старпоинтов. Вы сможете совместить пассивки, если вы выбили две пассивки на одного бравлера. Еще в одном обновлении мы добавим, чтобы вы смогли совместить гаджеты. И теперь третий бравлера. Про него я расскажу побыстрее, потому что мне надо еще на концерт Bad Randoms успеть зайти. Его имя. Уфи, он безумный художник, который не перестает рисовать. Его атака это бросок большим карандашом, а его супер это бросок банкой с краской. Если попадете по врагу, то он замедляется, а также кто с врагом стоял, тоже замедляются. Ну что ж, я еду на концерт Bad Randoms, но мы не прощаемся, я расскажу, что так было. 8 бит, ну что, погнали.
Всем привет, я только что приехал с концерта, это был очень крутой концерт, сейчас расскажу, кто там был. Его зовут Томми. Он бешеный фанат Дикого Сту, увлекается острыми предметами, особенно топоры. Его атака – это бросок топором, который летит очень быстро. Этим топориком он может рубить кактусы, забор и так далее. Его супер. Он громко кричит рок, тем самым оглушая поблизости врагов. Еще скины. Это Bad Random Sash, Bad Random Ripple и Bad Random Nani. Ну что, это конец Бравл Толка, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и всем удачи. But the cat is not my son. She says I am. Did you make me lose? Welcome to Earth! Yo quiero taco, bro. Pablo. Then I go. My name is Gustavo. Never buy no weed from. Yo quiero taco. Yes, I'm a simp. Millionaires on an escalator. It's the way I'm staying, so see you later. Oh my god. My name is Hayden. Hey, let me hold him. Yeah, you hit that right there. What the dog doing? If people be like. Black people be like. Whoa, 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 whoa. Fucking cat, yo! No, it's a free country! It's a free country! De mi casa ya me estaban esperando estos pacos curiao. Yo quiero taco, Ben.